В преддверии Дня работников системы социальной защиты, который отмечается в последнее воскресенье октября, прошла торжественная церемония награждения лучших работников сферы. С профессиональным праздником поздравил и наградил заместитель акима области Олакбек Налиев. Подробнее в следующем сюжете. Набат Баймуналова работает в социальной сфере с 2001 года. За это время она трудится над добровольным переселением и предоставлением статуса кандасов. Сегодня она получила награду за свой многолетний добросовестный труд. В целом мы работаем в социальной сфере с людьми с ограниченными возможностями, многодетными матерями. Помогаем в координации и трудоустройстве безработных. Труд каждого из граждан, работающего в социальной сфере, очень велик. Я очень благодарна, что мы труд оценили по достоинству. Всего на праздничном мероприятии были награждены 60 специалистов. Им были вручены нагрудный знак «Лучший социальный работник», благодарственные письма министра труда и социальной защиты, а также акима области. Наш президент Касым-Жомарт Кемелұлы всегда в каждом послании придает большое значение социальной сфере, потому как вне зависимости от того, какие категории людей, к какой группе бы они ни относились, когда они нуждаются в социальной помощи, они обращаются к вам и получают необходимую им поддержку. Вы понимаете нужды народа и всегда готовы протянуть им руку помощи. И поэтому желаю удачи в вашей работе и побольше благодарности от населения. Следует отметить, что в настоящее время в области в сфере социальной защиты работают 797 сотрудников. Айжан Сабитқызы, Мангель Трахмет, Дидар.